В обзоре партийной прессы свежие номера газет «Правда», «Советская Россия» и «Красный путь». Свежий номер газеты «Правда» открывает традиционная информация о протестах, которые ежедневно вспыхивают по всей стране. На этот раз материал посвящен рабочим мясоперерабатывающего комбината города Белая Калитва Ростовской области. Обанкротившийся работодатель задолжал своим сотрудникам 56 миллионов рублей. 5 лет люди верят обещаниям, что им оплатят их труд, но тщетно. Статья называется «И белая птица уже с черной отметиной». Советуем прочитать на той же полосе статью, посвященную выступлению Геннадия Андреевича Зюганова на пресс-конференции, посвященной итогам весенней сессии Государственной Думы. Лидер Компартии очень ярко высказался о темпах развития российской экономики, о все увеличивающемся разрыве между богатыми и бедными. Но самое главное о том, что у КПРФ есть разработанный социально-экономический курс развития страны, который выведет ее из кризиса. Однако при этом могут пострадать чьи-то капиталы. За это и идет борьба. Материал вышел под заголовком «При такой политике перспектив у страны нет». На 4-й полосе в рубрике «Предтечи октября» интересный исторический материал Виктора Трушкова «Буревестники», посвященный восстанию на Балтийском флоте, произошедшему в начале прошлого века и которое по праву называют предтечей Великой Октябрьской социалистической революции, процессом проклевывания ее новых всходов. Это было одной из ее маленьких репетиций после большой репетиции 1905 года. Во-вторых, очерк прекрасно показывает неприятие рабочими и крестьянами, одетыми в матросские бушлаты, той системы общественно-политического угнетения, которая не могла не завершиться социалистической революцией. Сельская Россия дичает. Оптимизация уже коснулась всех сфер жизни. Советская Россия пишет о трагедиях, причина которых – оптимизация службы пожаротушения на селе. В одном из сел Челябинской области в огне с начала лета погибло 4 детей. Постольку же в Красноярском крае, Оренбуржье. Во всех 3 случаях пострадавшие семьи характеризовались как благополучные, не пьющие. Везде причина трагедии – пожар и неоказание оперативной помощи силами МЧС, так как произошло существенное сокращение кадров. А рядом информация о ситуации, выходящей за грань разумного. Дети из поселка Елшанка Саратовской области записали видеообращение к Владимиру Путину, в котором попросили вернуть в их дома электричество. Его в поселке просто нет. Люди есть, дети есть, а электричества нет. И на местном уровне никто не может разобраться. Приходится просить президента. Только будет ли толк? Дума ушла на каникулы, и наступило время подводить итоги 1-го года работы этого высшего представительного органа. В свежем номере «Советской России» можно прочитать развернутое интервью с первым заместителем руководителя фракции КПРФ в Госдуме Николаем Коломейцевым. По его мнению, думское всеподавляющее большинство своими действиями способствует усугублению экономического кризиса в стране. И еще одна интересная аналитическая статья, правда, авторство французского политического обозревателя Кристель Ниан. Почему Захарченко решил создать Малороссию? Вот цитата. «Политикам и народам пора задуматься, какой мир они хотят построить, за каким примером следовать. За теми, кто стремится к войне любой ценой, или же за теми, кто ставит на первое место дипломатию и диалог», пишет известный французский публицист. В принципе, для россиян слова не новые, но то, что они открыто говорятся в СМИ одной из ведущих европейских стран, само по себе интересно. Очередной номер «Красного пути» посвящен выборам и предваряющей их закулисной чехарде с отставкой мэра и отчаянными попытками единороссов показать, что они хотят перемен с Фроловым и новой старой командой, получающей миллионные премии. На деле же руководить процессами станет председатель регионального отделения «Единой России» Титяников. Его накануне назначили вице-мэром. И это уже само по себе сводит надежды на перемены в городе к микроскопическим. Сегодня в рубрике «Первый читатель» депутат Омского городского совета из фракции КПРФ Андрей Ефимов, который готов поделиться своими впечатлениями от последнего в этом созыве заседания. Здравствуйте, уважаемые читатели газеты «Красный путь». Хотелось бы сегодня поговорить о последнем заседании городского совета, прошедшем на прошлой неделе. Заседание было бурным, длинным. Подробности вы можете прочитать в газете «Красный путь».
А я бы хотел обратить внимание вот на конкретную статью, напечатанную в данной газете. Кто-то очень хочет заполучить депо, в которой говорится о том, что наконец-то с пятого раза господа единороссы продавили решение о включении в программу приватизации предприятий пассажирского транспорта. В данной статье говорится о том, что на заседании городского совета было принято, с пятой попытки было принято решение о включении в программу приватизации территории троллейбусного депо на улице Ватутина и бывшего первого пассажирского автотранспортного предприятия на улице 10 лет Октября. Мотивация администрации города, что в результате продажи данных активов будет сдержан рост тарифа на проезд для граждан города, ну, на мой взгляд, это лукавство. Потому как данные предприятия перешли в департамент имущественных отношений, и к департаменту транспорта они теперь отношения не имеют. Деньги с продажи поступят в бюджет города, а куда они будут израсходованы, ну, можем только догадываться. По каким причинам еще не стоило продавать данные активы города, читайте в статье Марии Преображенской в газете «Красный путь». От себя лично хочу сказать, что в 90-е годы мы уже проходили приватизацию государственных предприятий, и мы можем наблюдать сегодня, что происходит с теми предприятиями, большинство из которых уже просто не существует. Читайте газету «Красный путь». С вами был депутат Омского городского совета Андрей Ефимов. Материал «Чьи долги» показывает, что разбазаривать-то в нашем городе остается все меньше и меньше чего. Омск медленно, но верно теряет и свою спортивную репутацию. Сначала пошел ко дну корабль волейбольной «Амички», затем пришли новости из футбольного «Иртыша» о том, что весь прошлый год команда просидела без зарплаты, да и сейчас финансовая ситуация в клубе оставляет желать лучшего. Теперь вот и «Авангард» теряет лоск. О тяжелой спортивной ситуации в регионе, об обращении волейболиста к «Амички» к депутату Госдумы Александру Кравцу читаем в материале Дарьи Якуниной. А вот, наверное, центральный материал номера. Вести из Агроомска, традиционной сельскохозяйственной выставки, за красивой ширмой которой запрятан целый ворох проблем. Статья Владимира Погодина «Пиар во время чумы» рассказывает немного в ироничной манере, что увидел и чего хотел бы посмотреть корреспондент «Красного пути» на открытии Агроомском. И верно, без иронии на подобное взирать невозможно. Чиновники во главе с губернатором Назаровым лишь упражняются в словословии. О том, что реально можно было найти на выставке, кроме пустых слов, читайте в материале на третьей странице свежего номера. Таков краткий обзор свежих номеров партийной прессы. Читайте, обсуждайте, рассказывайте друзьям.